Добраться из пункта А в пункт Б задача порой непростая. Только в этом году в Самаре выявлено более 10,5 тысяч нарушений ПДД, допущенных водителями пассажирского транспорта. В областной столице профилактический рейд по пассажирским перевозкам провели сотрудники ГИБДД и дорожного надзора. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Это все, что осталось от пассажирского автобуса «Самара-Ижевск». 2 июля на 51-м километре трассы Альметьевск-Заинск 14 человек сгорели заживо, 15 пострадали. Среди жертв 4 детей. После этого и без того серьезный контроль за пассажирским транспортом усилили. Масштабный рейд прошел в областной столице. Тут наименование перевозчика должно быть. Не работает подсветка номерного знака, нарушения, при которых эксплуатация... Нарушения обнаружили и в салоне, установили сиденья из другого автобуса. Изменения внесли без согласования с ГИБДД. Внутри отсутствует информация о страховщике. Смотрят даже, как водители соблюдают режим труда. Ведь из-за недосыпа снижается внимательность за рулем. Проверяют ежедневно. Скрытые проверки за водителями, которые, значит, осуществляют перевозку пассажиров на маршруте. Значит, на постах выявляют нарушения. Также с нашей стороны... Если какие-то нарушения повторяются, значит, согласовываются с прокуратурой, значит, неплановые проверки. Значит, проверяем само предприятие, как они обеспечивают, организовывают именно пассажирские перевозки. Несмотря на то, что пассажирам проволочки в пути не нужны, большинство к проверке относятся с пониманием. Хочется бы побыстрее добраться до места, но однозначно, тем не менее, обязательно это нужно делать, поскольку это безопасность наша. Водитель этого автобуса за баранкой больше 26 лет. Рейдов не боится, признается, к своей работе относится серьезно. Перед каждым выездом машину осматривает от и до. Мы соблюдаем все правила, автобус укомплектован. Надлежащие документы все в наличии. Ничто не скрываем, ничто не самое. Все в пределах закона существующего. Технические неисправности, несоблюдение правил стоянки, маневрирование, проезд на запрещающий сигнал светофора – вот самые распространенные нарушения. Всего же на территории Самары произошло 15 ДТП с участием автобусов. 33 человека получили травмы. Мария Акимова, Александр Дудко, Новости губернии.